В реальных церквях растут служители. Ключевой фрагмент здесь — великое поручение. Евангелие от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стихи. Именно на этом поручении основано обучение служителей. Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века». Служение, подготовка служителей — это один из популярных вопросов, одна из популярных тем. Почему? Я думаю, потому что каждому из нас хочется разобраться с тем, как растить служителей. Дело в том, что некоторые церкви, многие церкви уменьшаются, чахнут, потому что служителей или лидеров там нет. Люди понимают, что есть проблема, некому вести церковь. Еще одна причина интереса к обучению, подготовке лидеров, подготовке служителей заключается в том, что многие не понимают смысл великого поручения. Многие полагают, что великое поручение — это «идите и научите лидеров, научите руководителей». Нет, это не великое поручение. Если церковь только учит руководителей, учит лидеров, то она явно делает что-то не так. Если наша задача, чтобы были лидеры, чтобы были пасторы, чтобы были пресвитеры, их все больше и больше, то мы начинаем брать людей, которые не готовы руководить, не готовы вести, и мы пытаемся из них вырастить лидеров. Но Бог проявляет свое неудовольство церковью, когда мы из духовных детей, а может быть и просто детей, обычных детей, подростков, пытаемся сделать лидеров. В книге пророка Исаии, 3 глава, с 4 по 6 стихи. Это Божий суд над израильским народом. «И дам им отроков, начальники, и дети будут господствовать над ними, и в народе один будут угнетаем другим, и каждый ближним своим, юноша, будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможию. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: у тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоей». Задача церквей — не бросать духовных детей в руководство, а создавать такую атмосферу в церкви, в которой люди могут расти, в которой люди могут преображаться, проходить через естественные стадии и не попадать в руководство преждевременно. Потому что великое поручение заключается не в том, чтобы сделать из всех лидеров, а в том, чтобы сделать учеников, научить, чтобы мы стали учениками Господа Иисуса Христа. Именно об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 28 глава. Один мудрый миссиолог сказал: «Если мы пытаемся вырастить поколение лидеров, то мы, скорее всего, просто произведем поколение гордых, неугомонных, амбициозных и недовольных интеллектуалов». Говоря человеку, что он призван быть лидером, мы рискуем подставить его и обречь его на духовную гибель, потому что гордыня оказывается смертельным грехом, потому что гордец негоден для служения. Сегодня самое важное — это духовные качества христиан,
духовные, а не столько лидерские. Особенно для тех, кто призван к руководству, к служению в молодых церквях. Тогда нужно попытаться понять, каков он ученик, каким должен быть ученик. И в церквях мы задаем еще один вопрос. Какой у нас процесс обучения? Именно об этих двух вопросах мы и будем говорить. В первую очередь, о профиле ученика. Я изучал Священное Писание, и кроме того, я активно участвовал в работе миссии, которая называется Navigators, навигаторы. В свое время мне довелось на протяжении лета, всего лета, работать в одном христианском лагере, и каждый день мы изучали Библию. Это было, кстати, очень давно, я еще в колледже тогда учился. Мы тогда читали все стихи Библии, где используется греческое слово «mathetes» — «ученик». Интересно, что это слово появляется только в «Деяниях апостолов» и «Четырех Евангелиях». Дальше в посланиях, в Откровении его уже нет, только в Евангелиях и Деяниях апостолов. И вот когда я смотрю на определение слова «ученик», «mathetes», я обратил внимание вот на что. И мне это, кстати, очень помогло. Это иллюстрация колеса. Эту иллюстрацию выпускают как раз миссия «Навигаторы» в таких курсах, как «Колоссянам 2.7». Переведен этот курс на разные языки, и в других книгах вы можете найти эту иллюстрацию. Эта иллюстрация помогает понять христианскую жизнь через сравнение с колесом. Жизнь ученика можно сравнить вот с таким колесом. Вот здесь, в этой книге, подробно все объясняется, все излагается. Смысл в том, что внешняя часть колеса — это послушание. Каждый христианин должен быть послушным. Ученик слушается. Иисус учит нас исполнять все его слова. Значит, послушный христианин. А жизнь в послушании — это, собственно, самое главное. И быть это может только в том случае, если Христос в центре нашей жизни. Мы об этом говорили сегодня в первой лекции. А теперь смотрите дальше. Вот это вертикальное отношение с Богом, и в этих отношениях нужно быть верным молитве и чтению Слова Божия. Вот это наша вертикальная связь с Богом. И горизонтальная связь, горизонтальное отношение — это отношение с неверующими, которые не знают Христа, мы свидетельствуем им, и общение с верующими, которые знают Христа. Вот это такая иллюстрация христианской жизни, иллюстрация жизни подлинного ученика. И каждый из нас, каждый христианин вот к этому призван. Все мы призваны стать свидетелями Христа. 1 Петра 3:15. «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Мы говорим о том, что знаем. Мы читаем Иоанна 3:11. «Наше дело — возвещать о Христе». Когда нас спрашивают не о том, почему ты имеешь такую надежду, это уж слишком высокий вопрос, а почему ты такой радостный? Почему ты улыбаешься? Почему у тебя такой хороший брак, хорошая семья? Как так получается, что ты не жалуешься о своей работе, о своей учебе? Нас по-разному спрашивают. Мы отвечаем, и мы указываем на Христа. К этому призван ученик. И еще, на горизонтальном уровне мы общаемся друг с другом. Это слово «койнония», слово «общение», «сообщность», община людей. Наша задача — не пренебрегать нашим общением, нашими собраниями, не оставлять собраний. Интересно, что в ранней церкви, в первой церкви, почти каждое воскресенье принимали вечерю Господню, принимали, скажем так, хлебопреломление, и мы в хлебопреломлении вспоминаем смерть Христову, доколе Он придет.
Но интересно, что в ранней церкви практиковались так называемые вечери любви. Вы помните, в первом послании к Коринфянам апостол Павел обращается к Коринфской церкви и говорит о том, что вот у них вечери любви, и он говорит, почему вы объедаетесь? Почему вы упиваетесь? Неужели вы не можете удержаться? Неужели вы не можете сначала поесть дома, если вам так голодно? Потому что в ранней церкви получалось, ну, как два крыла. С одной стороны, вечери Господня, но с другой стороны, вечери любви. Вот это настоящее общение между верующими людьми. И в здоровых церквях у нас не только вечеря Господня, но также и встречи по домам. Вечеринки, если хотите, да, хорошие христианские вечеринки, совместные обеды, ужины и так далее. Еще необходимо питаться из Слова Божия. Священное Писание имеет особый статус в этом плане. Наше дело — предаваться молитве, наше дело — предаваться Христу, как центру жизни. Вот все это делает ученик. Я усвоил это с ранних лет моей христианской жизни. Послушание в центре Христос, пребывать в Слове, в молитве, в свидетельстве, в общении. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Таков профиль ученика. Всем нам важно представлять себе, что значит быть учеником Христовым. Но как научить людей? Как исполнить великое поручение? Как делаются ученики? Каждый верующий может сделать то, о чем я сейчас скажу. Научить других. Встречаться один на один с другим человеком, с другим христианином и помогать ему расти во Христе. Не все могут вести малую группу, не все могут проповедовать, не все могут стать лидерами, но всякий человек может сказать своему знакомому: «Давай встречаться, давай общаться и вместе расти, учиться, вместе постигать, что значит по-настоящему идти за Христом». Приведу пару примеров из своей жизни. Когда я был пастором американской церкви, ко мне пришел человек, звали его Пол. Он проходил тогда через развод. Я рассказал ему Евангелие, я указал ему на Иисуса Христа. И вот по дороге домой он принял Иисуса Христа в свою жизнь. Он покаялся, жизнь его изменилась. Мы стали с ним встречаться. Мы обсуждали вот такие вот материалы, такие брошюрки, такие книжки. Сейчас материалов хороших немало. Выберите то, что вам подходит, материалов для роста во Христе. Колоссян 2.7 или другие брошюры, другие серии материалов. Выберите то, что вам удобно. Мы использовали вот эти материалы. А потом люди мне стали говорить: «Слушайте, Пол, он изменился. Я не знаю, что ты с ним делаешь, но он изменился. Поразительный результат в его жизни». И до сих пор мы с Полом остаемся друзьями. Самые, пожалуй, близкие дружеские отношения, самые ценные дружеские отношения формируются именно с теми людьми, с которыми вместе растешь в ученичестве.